Собрать муляж самолета на кружке моделирования и программирования могут не только мальчишки. У пятиклассницы Алены Баданской интерес к этому виду деятельности появился после занятий по видеоурокам прикладного творчества на образовательном сервисе «Лицей». Новые знания и навыки она получает на этой платформе в свободное от школы время. Сначала мы этому корпусу приклеили вот эти две части. Кроме различных мастерских, в лицее действует спецпрограмма по подготовке к контрольным работам для младшей, средней и старшей школы. Выпускники могут легко подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ и получить информацию по профориентации. После изучения материала знания можно закрепить и проверить с помощью онлайн-тренажеров. Дополнительный плюс. Родителям не надо тратиться на дополнительных педагогов, потому что есть специальные уроки, рассказывающие. Уроки эти записаны с привлечением лучших учителей Российской Федерации, педагогов вузов. То есть вы получите всеобъемлющий контент, а ребенок получит материал заметно шире учебной программы. Кроме школьных предметов, ребята смогут проходить образовательные курсы по цифровым технологиям, финансовой грамотности и азбуке здорового образа жизни. Все материалы разработаны педагогами ведущих школ и вузов. Кроме того, лицей предлагает пользователям бесплатный раздел «Учебник», где собраны методические материалы по всем школьным предметам. Бонусом идет раздел «Блог» с полезными советами для старшеклассников и их родителей. Например, как помочь ребенку во время упадка сил. На то, чтобы без ограничений познакомиться с образовательной платформой, у пользователей будет 2 месяца в рамках акции «Подарок». Все подробности на сайте Ростелекома.